Если вы не верите, я вам прочитаю просто из Священного Писания. Будти юкта джахатиха, убея сукрита душкрите и так далее. Не буду вам санскрит рассказывать. Тот, кто соединяет свой разум с Господом, то есть изучает, как правильно жить, уже в этой жизни способен избавиться от последствий хороших и дурных поступков. Означает от своего гороскопа или от своей судьбы. Поэтому проведи свою жизнь в изучении, как правильно жить, и это будет являться венцом всей деятельности, которую ты в этой жизни совершаешь. Слушайте дальше. Это речь Бога. Сам Господь дает наставление. Соединяя свои поступки со служением Богу или с изучением, как правильно жить, великие мудрецы или те люди, которые верующие люди, по-другому сказать, верующие люди, исправляют все последствия своей деятельности в этом мире, все последствия своей судьбы исправляются и вырываются из круговорота судьбы. Они могут попасть вообще туда, где нет судьбы, в духовный мир. И таким образом они избавляются от всех страданий. Как же определить, что вот я достиг такого развития? И дальше следующее есть об этом тоже. Священное Писание говорят, когда человек избавляется от всех желаний выгоды, начинает действовать с любовью для других, избавляется от всех желаний и выгоды, которые являются порождением его собственной судьбы. Почему у него возникают эти желания и выгоды? Потому что он с прошлой жизни уже как бы к этому был склонен. И очистив таким образом свое сознание, черпает свое удовлетворение в своих душевных качествах. О таком человеке говорят, что он пребывает в чистом сознании, которое находится выше событий этого мира. То есть такой человек выше судьбы. Ему в гороскопе говорят так-то, так-то, извините. Я не эгоист, я веду себя уже бескорыстно, я служу всем другим. Это значит, что гороскоп не может работать так, как он должен работать у всех остальных. Об этом говорится в Священном Писании. И дальше там много таких стихов, там говорится вплоть до того, что человек, который находится на этой ступени развития, он вообще не реагирует ни на что. Там описывается, что он не реагирует ни на счастье, ни на страдания, ни на как бы бедствие. Он всегда остается спокойным и невозмутимым, не потому что он тупым становится, а потому что внутри у него столько счастья, что хватает на все. Представляете, человек такой силой может обладать, что с ним происходит событие, его с работы выгнали, он говорит, спасибо вам большое, я пошел. Не то, что ему плохо не стало от этого. Конечно, его выгнали с работы, у него денег нет, ему надо как-то дальше жить. Он говорит, спасибо, я пошел, все правильно, все правильно сделали. Не теряет равновесие, не означает, что он тупой. Или жена говорит, я тебе изменила. Он говорит, это нехорошо. Мне придется пожить чуть-чуть раздельно от тебя, я тебя все равно буду любить, заботиться о тебе. Но ты неправильно поступила, это нехорошо. Я понимаю, что это потому, что я сам так, наверное, в прошлом жизни поступил, что так у тебя такое произошло в жизни. Но я думаю, что у нас все будет хорошо. Ты, мне кажется, раскаешься в будущем. Представьте, человек не среагировал, ему больно не стало, он там волосы на себе не рвет, там, меня предали. Вот. Почему человек реагирует? Потому что попадает в круговорот судьбы. Именно поэтому и говорят, что действует судьба только через наши желания. Если я хочу личного счастья очень сильно, а моя жена мне это личное счастье не дала, тогда что происходит? Начинаются страдания, потому что у меня были какие-то желания по отношению к ней. Но если я хочу только служить ей, я не хочу ничего взамен, то что она может мне сделать плохого? Если она изменила, я могу только больше ей служить. Так? Видите, это уже мышление трансценденталиста. Вы никто не сказали так.
Потому что это мышление не подчиняется логике человека. Когда человек обладает святыми качествами, то мы не можем его понять. Его логику понять невозможно. Она выше обычной логики стоит. Понимаете, человек просто счастлив дарить себя в этом мире, и все. Он живет по-другому, другими законами. На него судьба уже не действует. Судьба действует только тогда, когда мы должны развиваться. То есть это просто нужно для нашего развития. Вот и все, весь вывод. Такой вывод священных писаний, что судьба нужна для нашего развития. Больше нет необходимости никакой. Если ты уже развился, все эти события для тебя, они не имеют слишком большого значения. Но если ты не развит, то они будут тебя мучить больше всего в жизни. Если события тебя так сильно мучают, что ты не можешь ничего с собой сделать, это значит, что тебе не хватает развития просто и все. Потому что настоящие мудрецы ни о чем не скорбят. Это первый признак того, что они стали, обладают истинным знанием. Не то, что они тупые, бесчувственные. Там близкий человек ушел из жизни, и он, да нормально все. Нет, он любит этого человека, он думает о нем, он живет его жизнью, но это не называется скорбью. Это другой вид отношений, понимаете, это называется верностью, чистотой, глубиной. Опустела без тебя земля, понимаете, это не скорбь. Скорбь означает, ты оставил меня, я не могу без тебя жить, понимаете. Почему у меня так происходит все в жизни? То есть бунт. Человек не бунтует. Он просто... Веды говорят, что страдания, соединенные с истинным эгом, с чистотой, это счастье. Когда человек любит другого человека, и он разлучен с ним, это вид счастья. Это не страдание. Когда чистые отношения между ними, он чисто с светлой памятью вспоминает об этом человеке. Он думает, мы с ним такую жизнь светлую прожили, спасибо тебе, судьба, что у меня был такой человек рядом. Это счастье, это не страдание. Страдание означает, что я не согласен. Понимаете, да? Об этом надо понять, надо разобраться в этом вопросе. Итак, интересно знать, что благоприятные, что события, которые выше судьбы, имеют два типа событий. Есть благоприятные события, которые означают, что человек служит гармонии этого мира, служит истине, служит природе. То есть есть три типа служения истине. Первый тип – служение природе, то есть заботиться о деревьях, о птицах, о реке, там, о сон, ну, обо всем, что вокруг. Заботиться о творении Бога. Второй тип служение Богу — это служение людям, заботиться о людях. И третий, самый высокий тип служения Богу — это служение Богу. То есть ходить в храм, изучать священные писания, молитва там и так далее. Это самое высшее проявление уже. Заботиться о Боге уже, о самом. Это уже самое высшее. Итак, благоприятные события, которые выше судьбы. Услышали меня, да? Разобрались? Они смягчают судьбу. Что происходит с судьбой в этом случае? Удача. Точно так же, как вот смотрите, темнота же есть, да, в мире. Мы не можем сказать, что ее нет, так? Но когда солнце восходит, от темноты остаются только тени. Тени. Есть такой фильм «Тени исчезают в полдень». Тени исчезают в полдень. Так вот, знаете, что тени – это тоже те же самые события, которые должны произойти в моей жизни. Но только от них одни тени остались. Вот если человек духовной практикой занимается, он должен заболеть раком. Ну, он заболевает раком. Все нормально. Но это просто тень. Почему? Потому что, первое, ему легко победить эту болезнь, раз. Второе, он диагностирует на ранних стадиях, потому что человек, который осветлен светом знания, один из признаков этого осветления – это осведомленность о том, что происходит внутри. Понимаете, когда человек в невежестве живет, он не знает, что в теле происходит. Он, знаете, вот косяк, вот такое понятие, косяк или синяк. Он не знает, что там внутри происходит. Ему все равно... Но если человек светом осветлен, прозрен, он чувствует что-то не то внутри. Пошел, обследовался рак. Вырезали, нет рака.
Все, до свидания, рак. Судьба закончилась плохая. Почему? Потому что от нее осталась только тень. Последствия не будут такими разрушительными, как должны быть. Хотя факт остается фактом. Или муж ушел, допустим, к другой. Но если человек занимается духовной практикой, первое, он не воспримет это так сильно трагично, потому что у него уже есть духовная жизнь, у него счастья уже хватает. Второе, если это непреодолимая карма, то какой результат будет? Муж ушел к другой, какой результат будет? Бог даст еще лучше. Потому что он, что делает этот человек? Он пытается вернуть, он молится, он заботится там и все прочее. Девушка заботится, молится, ждет. Она выполняет свой долг в этой ситуации. И что, какой результат? Она все обязанности сдала, все сделала как надо, получила еще лучше себе человек. Вот и все. Все, что происходит с человеком, который идет правильным путем в жизни, всегда благоприятно. Запомните это всегда. Вот кто из вас пришел сюда на лекции только потому, что вы страдали? Поднимите руку. Все остальные из счастья пришли, что ли? Не понял. Я сам пришел сюда, потому что я страдал. Неужели кто-то... Поднимите руку, кто пришел сюда вообще вот в жизни, к знанию пришел, только потому, что он стремился к знанию. Я кланяюсь всем вам. Я из страданий пришел. Из страданий я сам. Есть 4 типа перехода к человеку, к истине. Самый обычный простой тип — страдания. Более высокий уровень занимают более благочестивые люди, которые приходят к тому, чтобы жить правильно, победить над судьбой. Это люди любознательные. Они хотят вот знать, как правильно. Им интересно все. Они всем интересуются. Значит, через страдания. Не страдает человек совсем, но ему интересно. Не страдает. Страдания надо исключить. Некоторые говорят, а я любознательный. Нет, ну если ты страдал и поэтому начал лекции слушать, значит через страдания. Вот смотрите, любознательно означает уже страданий нет. Все. У человека нет страданий, все классно в жизни. Но ему интересно, как лучше. Более высокое развитие. Не было печали, просто уходило лето. Да, это высокий уровень развития. Но вы его любите? Я вот как раз хотела сказать, то есть я вот понимаю, это не любовь, но я тут молюсь сейчас за него, потому что я... Супер, супер, отлично. Все, вы мне все доказали. Спасибо вам. Замечательно. Вы все правильно делаете. Все правильно делаете. Делайте дальше так. А? Я не хочу, чтобы он возвращался. Тогда я с вами все, я тогда беру свои слова назад. Возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Значит, сердце каменное, конечно, надо топить его. Бог дал человека, надо его любить. Нормально. Это нормально. Итак, смотрите, в следующий уровень развития личности человек приходит к истине, потому что он хочет жить лучше, чем он живет. Не из любопытства, не из страданий. Он очень смекалистый. Он понял, что Бог может дать возможности больше, лучше жить. Такой смышленый. Он раз туда. Он во всем разобрался, смекнул и изучать, как правильно жить. Это более развитый. И самый высокий вид развития человека – это когда человек не интересуется ни страданием, ни счастьем, ничем. Он интересуется только высшей истиной. Серафим Саровский, пример. С самого детства уже, Сергий Радонежский. Пил молоко грудное уже по дням недели, по постам. Не пил в дни поста молоко, не сосал грудь. И так далее, да, Матроны и так далее. Это уже вот такие люди, уже самый высший уровень развития личности. Это уже с самого детства уже люди вот такие. И
нам уже на них с самого детства надо их молиться. Поэтому их жития святых с детства описываются, что они все с детства такие. Ну а что касается нас, многих, ну касается по крайней мере меня, то здесь подходит другая песня уже. «Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазин никто не подойдет. Теперь я чебурашка, каждая дворняшка». Отлично. Отлично. В работе не проблема, всегда можно найти что-то интересное, чем заняться. Да. Вопрос в том, что каждый год оказываюсь, вот сейчас завершила одни отношения и стою на двух почках. Или остаться в Москве, или снова уехать в Ноябрьск, где... Ну, отношения с женой, с мужем, что ли, остались? С мужчиной, который, взяв меня за руку, привез в этот город со словами: «Ты мне нужна, я на тебе женюсь, мне нужно двое детей, ты готова?» Я сказала: «Да». И я приехала, оставив свою работу, свой образ жизни, свое окружение, в котором я жила практически 7 лет. И сейчас я снова оказываюсь в новых условиях, где у меня теперь уже снова новая профессия, и ожидается, скорее всего, новый город, и совершенно непонятно, что дальше. То есть, на что можете обратить внимание, даже не знаю, как задать вопрос, когда вот этот холостой ход, да, или что это, каждый год происходит резкий поворот. Смерть ребенка, развод, предательство мужа, где был ребенок, чужой, любовница, куда я готова была прийти к крестной маме, и, может быть, даже помочь, но мало ли, всякое в жизни бывает. Возврат его через 6 лет. Снова доведение до состояния просто... Это тот же самый человек вас в Москву пригласил? Нет, тот же другой? Другой человек, совершенно. В Москву я приехала не поэтому. Я приехала сюда учиться для того, чтобы вернуться в Ноябрьск с новой профессией. Я сейчас учусь здесь. И в ходе обучения я... Не надо возвращаться туда-назад. С другой стороны, там есть окружение, которое мне уже приятно, мне интересно, полное копию по образу жизни. Ну, знаете, так бывает иногда, так бывает. Но вы здесь, скорее всего, познакомитесь и выйдете замуж. Так бывает, это нелогично, то, что я сейчас сказал. Лучше человеку советовать его родной город, особенно женщине. Но если вы меня спрашиваете, то я просто сейчас, ну, чувствую вашу судьбу. Она, скорее всего, здесь даст результат по личной жизни. Поэтому, ну, вот там прям какая-то пустота. Пожалуйста, услышьте меня. Поставьтесь хотя бы на год здесь. Через год вы можете все решить. По моему мнению, за год у вас сложится личная жизнь. Спасибо. Ну, такой вот совет. Вы, конечно, можете не следовать. Я, конечно же, прислушаюсь к совету. Мне очень нравятся ваши лекции. Вы помогли мне во многих вопросах разобраться благодаря лекциям, которые я слушаю. Другое то, что я тоже мечусь между тем, что... Давайте не год, а 3 месяца. 3 месяца, я вот чувствую, 3 месяца будут решающими. Уже 3 месяца. А с этим человеком, как его зовут? Женя. Евгений Владимирович. Он... Что-то он какой-то импульсивный. То есть он такой, да, мощный, сильный, классный. У него такая энергия, вот огненная, мужская. Ну, мне так показалось. Да, он с амбицией, широкой души. И прежде чем приехать, я обратилась к его друзьям, к его окружению, что вы думаете об этом мужчине. Но мне все сказали: да, берись, приезжай к нам, и ты с ним получишь отличное счастье. И он его так за руку взял, сказал: приезжай. А какая причина расставания, что случилось? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Слух он выражает, он был женат, они развелись, там остался сын. А, все, я понял. Он хочет те отношения наложить, похоже. Что-то там не до конца, не закончено.
поторопились, он поторопился. Но я не чувствую, что с этим человеком будет у вас продолжение. Другой какой-то будет человек. Останьтесь на 3 месяца в Москве. Да, да, да. Спасибо вам большое. На прошлой лекции я вас спрашивала, я просто молилась и мантры читала, и православными молитвами. Вы мне сказали настроиться на что-то одно. И я себя чувствую стало намного легче, когда именно настроилась на православную религию. Я начала посещать храмы. И в храме познакомилась с молодым человеком. Он сейчас является как бы послушником в храме. Но... Мне все нравится. Все нравится. Все хорошо. Я просто божественно себя ощущаю, когда нахожусь на службах, когда молюсь. Единственное, вот молодой человек, он раньше лежал в психбольнице, а сейчас является послушником, он живет там 3 месяца. И как бы я присматриваюсь к нему, я к нему езжу, я не знаю, стоит ли... Я боюсь немножечко строить с ним отношения, ждать его и... Нет, лучше не надо. Пока не надо. Ну, я его не подпускаю близко к себе, но... Это опасно. Не... Это опасно, если человек имел такую проблему, то... Но я сейчас смотрю на него... На то, что он придет в себя и... Я нет, не знаю, это так... оставаться в Москве, либо мне переезжать к себе домой, обратно тоже возвращаться. Такой вопрос, потому что как-то все... Оставайтесь здесь пока, тоже такая же ситуация. Вам, вы здесь найдете себе человека. У вас сейчас хороший период идет. Практикуйте свою веру. Сейчас у вас все уже получается, вы понялись. Мне говорят, я типа как фанатично очень. А все начинают фанатично, это нормально. А то, что мне мама говорит, искать человека, чтобы он меня содержал, обеспечивал, я не могу как бы так строить отношения. Я ну, хочу на другом уровне отношений, все-таки не сдаюсь построить. Ну правильно, вряд ли так ваш муж будет сильно зарабатывать, у вас скорее больше духовный человек будет, чем такой, ну к сожалению. Это может и не слишком хорошо, но женщине нужна опора. Что касается этого человека, то подождите полгодика, если он за полгодика не, еще раз не попадет в больницу. Он просит дать ему шанс. Полгода надо ждать. Полгода? Полгода ждать. Если он за полгода... у него не произойдет такая ситуация, то вы еще раз меня спросите потом через полгода. Ну, то есть есть надежда на еще один... Поймите, муж – это не пациент. Вы себе берете защиту, а не того, за кем надо будет ухаживать. А понимаете? Если как насчет веры женщины, мужчины? Вера должна быть разумной. Если человек болен психически, то... нужно быть внимательным. Как вы будете жить с человеком, которого нет рядом с вами? Психическая болезнь, значит, человек то есть, то нет. Спасибо вам большое. Надо подождать, посмотреть. Если у него будет опять приступ, то я не советую вам в эти отношения входить. Это, ну, если бы это был ваш муж, тогда другое дело. А если вы еще не приняли решение... брать на себя чрезмерные аскезы. У меня было 2 друга, не такие, как вы, сильные личности. Они оба взяли на себя чрезмерные аскезы. Ну, оба взяли инвалида как бы себе в жены. И оба пострадали от этого. Но они были очень сильными людьми. У одного пострадала даже духовная жизнь. Он просто весь сломался. А другой выдержал, но все равно сломался по дороге. Потом опять... смог восстановиться. В общем, это незавидная участь. И я считаю, что в личной жизни человек не должен себя обрекать заранее на подвиги на какие-то. Нужно найти себе человека, на которого ты можешь опереться. Зачем рисковать? То есть продолжать молиться и посещать святые места. Я просто не могу, мне говорят, выходи куда-нибудь в места. Материальный, как это правильно объяснить? Не надо, вы найдете себе близкого человека вот так, как сейчас. Не надо кивать. Мне просто не тянет ходить туда, где... Ну, а вот смотрите, сейчас я вам объясню. Вот, допустим, вы пришли в ресторан, начали улыбаться. А там вы получили те отношения, какая там энергетика. То есть там люди знакомятся по другим причинам.
на других центрах психических. Понимаете? И поэтому вам надо знакомиться так, как вы знакомитесь. У вас очень хороший стиль. Надо знакомиться на почве духовной жизни. Это самый лучший вариант. У вас будет хорошее отношение, стабильное. Конечно, судьбу от этого никуда не деть, вашу личную. Но сам метод знакомства, когда люди плывут в одном направлении, смотрят в одну сторону, это самый идеальный способ создавать отношения. В ресторане вы не будете с человеком смотреть в одну сторону, будет смотреть друг на друга. Он будет оценивать ваши формы, наслаждаться вами. А там люди думают о том, как они служат Богу вместе. Это совсем другое дело. Поэтому не слушайте никого насчет посещения каких-то других мероприятий. Мне говорят еще, что время идет, мне как бы 30-го года. У вас сейчас все хорошо, самое время замуж выходить. Спасибо, Ваня, благодарю вашим лекциям. Вы не расставайтесь с этим человеком, наблюдайте. Может быть, он у нас как-то полечится. Может быть, он у нас полечится. У нас есть методики стабилизации психики. Есть. Хорошо, тогда не надо. Тогда найдите человека, который в православной традиции бы за него помолился. Потому что духов... Он просит меня, он говорит, что видит, что у меня как бы есть силы. Хорошо, тогда используйте эту методику, которую я делаю. Просто делайте все, что я говорю на лекциях, как молиться, и вы можете вытеснить из него духа, выгнать из него его. Понимаете, потому что как бы психика, когда слабая, это не так страшно. Страшно, когда есть место для того, чтобы дух заходил. Если вы защиту усилите, знаете, еще очень сильный метод лечения — это стоять возле деревьев в таких случаях, потому что защитный каркас у человека, ему, это же стоять возле дерева, это же ни с какой верой не связано, правда? Есть дерево, есть человек. Человек встал возле дерева и стоит. В какой это вере? Ни в какой. Поэтому посоветуйте ему это делать. Просто по лесу погуляйте, и он почувствует. Сейчас поселение живет, где вот в деревне, где там природа, там деревьев много. И я его поддерживаю. Посоветуйте ему липы, хорошо подходят для этого, сосны. Липа хорошо подходит для него. Сейчас я индивидуально ему прям. Липа подходит ему, потом. Елка подходит. Вот эти два дерева попробуйте. Их здесь много. То есть слушать ваши лекции по поводу правильной молитвы, да, больше? Вы в лекциях же я описываю это. Молитва правильная, я не могу так говорить правильно, неправильно. Просто метод, который я применяю, он очень практичный в плане помощи людям, особенно с помощью молитвы. Если вы слушаете лекции, то можете попробовать этот метод. Он как раз универсальный. Здесь не нужно там как-то менять веру для этого. Просто найдите в своей традиции человека, который молится или поет, допустим, песнопения какие-то духовные. Но он должен быть духовно сильным. И вы, настраиваясь на его голос, вместе с ним молитесь, вы легко будете входить в очень сильную молитву, такую сильную достаточно, которая может помочь этому человеку. Я смотрю просто, вот девушка, да, вы, да. Нет, вот здесь вот. Я вас благодарю, что вы мне дали слово. Меня Ольга зовут, здравствуйте. У меня такой вопрос тоже про личную жизнь. Я замужем сейчас официально, мы с мужем полтора года, больше даже, вместе мы живем. И у меня такой выбор, что я вот не знаю, мне кажется, это как-то надо решать, что это... Меня, в общем, такая ситуация не устраивает. Но я не знаю, как правильно поступить. То ли я должна как-то научиться сохранять семью. Да? Вы должны понять, что у вас сейчас идет такой период, который, сейчас на пике он, я поэтому вам дал слово. На пике, то есть в личной жизни такой идет период, что он разрушает ваши отношения. Это проявляется в виде того, что у вас нет любви к нему, пустота такая в отношениях. Не чувствуйте этого человека. Это так влияет планета, это обман. Это не является правдой. Так влияет просто сила времени. Она вас вводит в иллюзию. У вас хороший человек, хорошая семья, просто вы находитесь в таком предательском периоде жизни, который вас
не дает вам правильное представление об этой личности. Недолго ждать. Где-то месяца два уже легче будет. Ну, то есть сейчас никаких... Да, проблема в том, что вы полгода пожили, а потом этот период начался. И он все больше нарастает, нарастает. А сейчас он убывать уже будет. Вот все, вы через пик перешли уже. В каком смысле полгода пожили, он начался? Вы жили полтора года, вы же говорите, вместе. Нет, мы полтора года сейчас вместе не живем. А, уже не живете? Да, да, да. Ну вот, он год длится, наверное. Отношения долго у нас были, поэтому. Ну все, кончается плохой период. Сейчас будет все восстанавливаться. Он хочет назад возвращаться? Не знаю, он ничего не говорит по этому поводу. Ну это ключевой вопрос. Если он не хочет назад, то вы ничего не сделаете. А я не уверена, что я хочу. У вас дети есть? Да. А дети хотят? Ну, дочке 3,5 года, ну как, она... Ну, она любит папу, он приезжает, она, конечно, с удовольствием с ним общается. Ну, как, я не могу ее спросить. Надо восстанавливать семью. Это моя задача. Ну, раз вы спросили меня, значит, ваша. Все одно и то же. Вот найдете другого человека, будет то же самое. Все одно и то же. Нет смысла менять шило на мыло. Вот эта теория, ищи свою вторую половинку, у тебя там все будет хорошо с этой половинкой. Это такие шизовики-затейники, говорят. Фантазеры. Никаких половинок. Все вот одно и то же. Человек влюбился, пожил, через какое-то время трудности начинаются. Те, кто говорят, они сами разводятся. Потому что теория неправильная. Правильная теория — это пытаться сохранить любой ценой отношения. Даже если вы не сможете эти сохранить, Бог вам от радости даст другого человека. Он поверит в то, что вы хотите этого. Потому что когда человек сражается за отношения, он достоин хорошей семьи, такой человек. Ну да, я поняла. Спасибо. Вы молодец. Хорошая. Старайтесь. Спасибо. Ну давайте вот в очках, девушка, вы прямо думаете, что я вас не спрошу. Пришлось спросить. Аутизм означает напряжение сильное внутри, напряжение. Нужно расслабить ребенка. Вот у нас сейчас такое, что мы каждый день учимся, занятия, помогать. Это не расслабляет. Это расслабляет. Расслабляет движение. Можем камни поставить, пояс камней, он расслабляет. У нас сейчас, ну, по этой, именно по аутизму, сейчас началось исследование, целый детский интернат. У нас сейчас будет носить пояс с камнями и полгода, и мы посмотрим результат. Потому что много детей уже многим помогло, и мы решили так глобально уже сделать исследование это. Это помогает. Камни расслабляют человека. Движение расслабляет, вода расслабляет. Можно ее купать почаще в воде, сидеть ей в воде, допустим, каждый день по часу. И ее расслабит. Не обязательно холодная, теплая водичка просто. Вот деревья, если возле деревьев стоять, тоже расслабляют некоторые деревья. А учеба напрягает, она не расслабляет. Это не то, что как штопором, да, сильно напрягаешься, можно открыть бутылку, как учебой мозги растопить. Проблема не в том, что их надо пробить ее голову, а проблема в том, что она перенапряжена, и она не может учиться из-за того, что усталость, мозг устал. От напряжения, от того мира, в котором ребенок живет. Мир не приспособен для жизни ребенка, Москва особенно. Высокие этажи дома, нет деревьев, нет земли рядом. Я сегодня, меня поселили на 24 этаже тут в гостинице. Сегодня с утра делал йогу, и через 20 минут упражнения почувствовал землю. Контакт произошел.
То есть я, живя на 24 этаже, через 20 минут усилий, внутренних концентраций, смог контактировать с землей. Но у вас же нет такого ребенка с таких способностей, что вот так. Поэтому... На каком этаже вы живете? Супер. Пускай поживет хотя бы 3 месяца там родитель. Посмотрите результат. Сразу будет по-другому все. Это 30-40% успеха уже просто жить на земле для такого ребенка. Все было когда-то, и любовь была. Было да прошло. Смотрите, это не то, что здесь такой дяденька есть хороший, такой в очках. И если его спросить, и он скажет «да», то значит все классно. Не воспринимайте нашу беседу таким образом. Это неправильно. Поймите, что каждая женщина, она имеет полное право быть замужем. Вот это вот венец безбрачия, это все, знаете, это говорят те, кто хотят деньги зарабатывать на людях. Просто нужно понять, что вам в жизни не хватает для того, чтобы вы стали привлекательны. Вам не хватает сил внутренних, потому что женщина, когда имеет силы, она становится красивой, а когда у них нет внутренних сил, она становится некрасивой. Потому что все силы у женщины идут в красоту. У мужчины силы идут в могущество, у женщины в красоту. Сила идет от природы, сила идет от людей и от Бога. Правильное отношение к природе дает силу, красоту. Правильное отношение к людям дает красоту. Правильное отношение к Богу – красоту. С Богом у вас хорошо, вы пошли в этом направлении. С природой, с людьми – дырки. Вот залатывайте. И красота придет, красота в результате. Отношения. Красота исходит от отношений. У людей не хватает отношений, нет красоты у девушек. Батарейка разряжена. А когда красота будет, значит, что произойдет? Молодец. Тогда нет проблем. Проблема в силе вся, в силе человека. Если силой наполнен человек, значит все остальное происходит как надо. В этом формула. А не в том, что должен какой-то дядя хороший сказать «да». Нет, не в этом дело. Дело в том, как вы направите свою жизнь. Куда? На суету, на беспокойство, на отчаяние, страдание или на радость, победу. Это воля, силу воли надо использовать для этого. Я, допустим, вчера тяжелый перелет, 5 часов, и уже как бы какие-то проблемы со здоровьем пошли. Испугался, начал уже отменять некоторые поездки. Сегодня утром не хотел ничего делать, не хотел вставать, не хотел йогу делать, не хотел пробежку делать, не хотел, но сделал. Чувствую себя отлично. Выбор. Или лежать в постели, помирать. Но знаете, я выбор сделал не потому, что я такой крутой, сильный. В какой-то момент, когда я просыпался, я когда думал, буду я дальше работать над собой сегодня или нет, я вспомнил лекционный зал и решил для себя, я хочу сделать людей счастливыми или я буду их обманывать. И вот этот выбор, он сдал свой результат. Живите для кого-то живите, и тогда у вас не будет выбора. Отдавайте свои силы, и тогда вы будете счастливы сами, и другие люди вокруг вас будут счастливы. Очень сильная замкнутость на своей обиде, на свою судьбу. В этом проблема. Поверь в свою судьбу, поверьте.
Ну давайте вы вот так уж вытянете сильно прям. Вы уже связаны ведь с ним, да? Да, я уже много... Обижены сильно на него, да? Что-что? Обижены на него сильно, на этого человека. Ну, нет, даже на него так-то не обижены. А ну, я что-то... Я уже для этого правильного выбора какой-то сделала изначально, сама вот. Вы с ним живете же, да? Да. И я вот... Ну, то есть он вас мучает, что ли? Нет. А что? Он меня не мучает. Он просто... Я хотела вот спросить, я не знаю... Он просто мужик, да? Мужики не твердолобые все, вот как бы верить в Бога тяжело ему. Да, да. Мужик просто он. Женщиной легче жить, да? Сейчас на Западе так практикуют. Женщина. Не? С мужиком все-таки, да? Да? Но мужики все твердолобые. Все, все одинаковые, да. Вот к женщине поднимите руку, кто чувствует, что вот очень трудно как бы духовность доносить до мужа. Смотрите, вон ползала. Молодец. Отличный вопрос, правильно вы все сказали. Только старшие могут помочь с этим совсем. Да, тяжело стало совсем, то нужно просто помощь старшего и все. Да. Нет, кто старше, я старше сейчас. Или нет? Смотрите, вы должны понять одну вещь, что каждый человек, живя друг с другом, в какой-то момент испытывает невыносимые трудности, невыносимые чувства несправедливости, ощущение несправедливости, идущее от близкого человека, является проявлением всего лишь энергии времени, которая влияет на вас и испытывает вас, испытывает вас. Понимаете, вы, Бог вам так дал друг друга, вот вам очень трудно было найти вообще себе человека близкого. Вы сейчас нашли, и ему тоже трудно было найти. Вы друг друга нашли, ну и мучайте друг друга всю жизнь. Зачем как бы кого-то еще, вот потом представьте, как вам еще кого-то себе будет найти, просто невозможно уже. Вот и все, да конечно, живите... Любите, учиться любить рядом с ним, учите учиться любить. Да? Конечно, учиться. На самом деле это и чувство, что надо учиться. Ну а вот нужен кто-то, чтобы сказал правильно чувствовать. Да. Вот я говорю вам в этом. То есть все нормально, то есть с ним нужно, ну, нормально, да? Вам станет легче через где-то 8 месяцев. Угу. Вот сейчас невыносимая ситуация, несправедливость, вы чувствуете несправедливость. Так действует время. Не волнуйтесь, все пройдет. То это временно. Он подходит, чтобы вас любить и мучить. А по-другому никто ни друг другу не подходит. Все одинаково подходят. Так нужно, да? Да, вот это главный ваш вопрос, да, что так нужно. Вот именно так и нужно. Большинство людей считают, что нужно как-то по-другому. Они думают, мне надо найти себе такого человека. Это же просто. Я беру, вот нахожу себе такого человека, и чтоб с ним вообще не мучиться. Да. Но так не бывает здесь, в этом мире. Понятно. То есть он хороший человек. Ну, хороший, на самом деле. Спасибо. Хороший. Ей тяжело просто. Тяжело сейчас. Нуждается подтверждение. Он не просто хороший, он добрый человек, искренний человек, принципиальный. Вот вам не нравится, что принципиальный. Ну, мужчине это хорошо быть принципиальным. А его принципы вас обижают. Ну, а что делать? Ну, вот так. Вы тоже, если бы вы не были принципиальны, вы бы не обижались. Коса на камень нашла. Что делать? Он все ругается, я все же не хожу, он ругает, и все, он недоволен. Это
Он потому что не знает, он не знает, что такое ваша любовь к Богу, не понимает этого. Ничего страшного, не беспокойтесь. Он все поймет со временем. Мужчина все понимает через любовь. Понимаете? То есть надо учиться любить, потому что я... Да, потому что знание человеку приходит только через любовь. Вот если вы чувствуете любовь, вы получаете знание. Не чувствуете любовь, не получаете. Только через любовь знание приходит. Если вы хотите, чтобы он что-то понял, вы должны его принять сначала, потому что он является представителем вашей судьбы. Когда вы его примете, сразу, смотрите, вы его примете, дальше напрягаться не надо. Все ваше знание пойдет в него само. Ему не надо ничего объяснять, просто принять. Это ошибка основная в семейной жизни людей. Они думают, что надо объяснять, они объясняют и объясняют друг другу, и ничего не объясняется. Это все бесполезное занятие. Мне все кажется, что мне кто-то другой вот не нужен. Конечно, всем так кажется. Кому не кажется, что этот вот всегда кажется, что другой какой-то нужен? Конечно, это у всех одна и та же песня. Конечно. Хорошо, спасибо большое. Вот. Но поймите, что человек меняется через любовь. То есть вы приняли его таким, какой он есть. Это первая стадия отношений. Все, вам легче жить стало, вы приняли все, и сразу же он начинает вас понимать лучше. Вторая стадия отношений, понимание начинается, люди начинают уважать друг друга, потому что они приняли. Третья стадия — это верность, когда уже верю в тебя, дорогую подругу мою. Это третья стадия. Ну вот, да, вот на... Что это моя судьба? Конечно, это то, что вы как раз должны на венчании в храме говорить, что это моя судьба, вот... Надо уже с этого момента так думать. А, ну, ничего страшного. Даже если сейчас вы так уже поняли, что так надо думать, это хорошо. Да. 80% людей не понимают этого. И поэтому разводятся. А вы находитесь в 20%. Спасибо. Ну давайте, вот девушка, вы, да. У нас сейчас уже начнется лекция. Мы... Сейчас последний вопрос. Духовными практиками неправильное слово. Когда, или есть вариант такой, давайте несколько вариантов выберем. Первый вариант, когда развиваешься как личность, занимаешься нравственным развитием, вот хорошие варианты, или занимаюсь духовной практикой. Потому что духовными практиками заниматься нельзя. Духовной практикой или нравственным развитием, когда человек... переходит на уровень духовного развития, он уже занимается одной практикой. До этого он изучает разные духовные направления, но это нравственное развитие, это еще не духовное. Духовное развитие идет внутри одной традиции духовной уже. Вот так. Угу. Вас сломала, да, жизнь сломала вас. Она всех ломает. То есть сначала время действует так. Оно приносит боль человеку, боль разрушает разум. Разум разрушенный не дает возможность делать правильные вещи. В результате получается замкнутый круг. Нужно что сделать? Нужно в это время выбрать прибежище. Вот если человек, допустим, в это время ездит в святое место, в храм куда-то, молится, то в это время вот это влияние времени плохое, оно ослабевает. Или слушать лекции, слушать духовную музыку. То есть есть два периода жизни. В один период я сам побеждаю судьбу, а в другой период я насыщаюсь, питаюсь, я получаю силы от кого-то. И вот сейчас, когда вот сыну плохо, вы чувствуете, вы сломались,
Вам нужно получать силы. Нужно настроиться на получение, на принятие силы. Это тоже сила воли нужна. Нужно заставить себя слушать духовную музыку, лекции и ходить в какие-то места, где молятся. Следующий этап уже, потому что сначала даже себя не вытащишь. Ну, то есть, надо понять, что если у тебя нет сил, это значит, что ты должен наполняться. У вас какая национальность? А? Угу. Я там был, в Бишкеке. Хорошие люди такие, красивый город. Я был на Иссык-Куле. Спасибо. Угу. Видите, есть два типа вопросов. Один тип вопроса — это что делать, а второй тип вопросов — это желание поддержки. Она меня спросила, потому что она хотела, чтобы я ей сказал: у вас все будет хорошо. Все будет хорошо, вы на правильном пути, вы сломались, восстановились. Просто ну, вам нужна была помощь. Помощь сейчас получаете, восстанавливаетесь, у вас все хорошо в жизни.